Я хочу вас перенести на скачки, на самое любимое летнее время якутов, когда мы с нетерпением ждем наш праздник, якутский Новый год, который называется Эсэх. И во время Эсэха проходят грандиозные скачки, где это праздник энергии, праздник здоровья, праздник свободы. И сейчас я приглашаю вас в это путешествие на скачки, где вы можете каждый поболеть за свою лошадь, за своего жеребца. А для того, чтобы поболеть за него, нужно его поддержать. Мы погоняем его криками «Чу!» и «Ха!» Да, и сейчас мне понадобится ваша помощь, иначе скачки не получится. А мы все вместе должны вот с этой энергией произносить не так вот «Чу!» Ха! С азартом, с энергией и, конечно, ритмично. Чтобы наши лошади не сбились. Поэтому сейчас мы репетируем. Когда я покажу вот так зал, вы произносите чу или хат. Слушайте внимательно. Готовы? Значит, сейчас ритм, да, слушаем. Теперь сами, да. Я чу, а вы чу, чу, чу. Ха-ха-ха-ха. Понятно? За мной повторяем. Репетирую. Настоящие скачки. Не пугайтесь, во время этой музыки могут появиться еще короткие отрывки мелодии. Очень простые. Например, такие там, не знаю. Все со мной едем в Якутию. Да. И сейчас я начну с песни про эту лошадь. Я расскажу, какая она красивая, сильная, свободная. Я опишу все, что есть у нее. Глаза, уши, копыта, шерсть, гриву. И мы сначала ей восторгаемся, а потом начинаем скачки. Ну, надо похвалить, чтобы она хорошо скакала. Um,
Ha!